И просто спасибо за все. Для меня было сегодня огромным удовольствием петь для вас. Это еще не все. Но организовал как мог. Если что-то не так, извините. Но так получилось. На самом деле я приготовил сюрприз один. Я думал, что если будут силы, то я спою. И я спою еще одну песню, последнюю песню, которую Юра не успел выпустить. Но он ее выпустил после смерти, посмертно. Это сделал Аркадий Кудряшов. Песня называется «Каждому свое». Садитесь, послушайте, слова очень красивые. Хочу обрадовать вас. Юра до смерти записал 60 песен. В скором времени вы услышите их, они будут постепенно появляться на его канале, поэтому Юра еще оставил много чего интересного. А песня называется «Каждому свое». Прочь от этих серых пыльных стен.
долгожданный ветер перемен. Каждому свое, свежку шесто, так и небо вашим прощение. Всякому предавшему забвение, как темнейший жизненный урок. Дальше полечу. Каждому свое, свечку шесту, так и небо вашему прощенье. Всякому предавшему забвенье, как ценнейший жизненный урок. Не мое, того, кто по плечу, остальных я отпускаю с Богом. Знаешь, что сведет меня дорога, с кем рядом дальше полечу. Ну вот, пришла пора прощаться. Спасибо, что пришли, нашли время. Я знаю, что Юра реально стал для каждого в семье настолько своим. Вы согласны? И я просто не мог не организовать этот вечер памяти Юрия Шатунова. До новых встреч! Пока! Кто хочет сфотографироваться, подходите, мне не жалко.